Значит, дело было так. Сейчас все сюда, ребята. Значит, дело было так. Значит, была сегодня мера пресечения у Георгия Боровикова. Суд оставил его под стражей. Мы начали выходить из зала суда. Значит, приставы вели себя очень грубо, выталкивали чуть ли не пинками. Значит, на женщин начали матом орать. Значит, им Александр Амелин, наш национальный активист, сделал замечание. Пристав подошел два раза, ударил его, там такой по 2 метра здоровый удар. Вы сейчас как себя чувствуете? Я очень плохо себя чувствую. Я спрашиваю скорую помощь, мне никак не могут оказать эту. Не могут вызвать ее, не хотят. Вас куда ударили? Меня ударили сначала в щеку, потом второй удар пришел в голову. Да. После этого мы начали требовать старшего смены. Старшая смена пришел, послал нас всех подальше. Мы внизу сказали, начали писать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, потому что избит человек при исполнении сотрудником. Да? Значит, они просто, мы начали звонить в полицию везде, где только можно. Они поняли, что дело пахнет уголовкой. Они заблокировали все выходы из Пресненского суда. Значит, нас час не выпускали. Потом подвезли автозак. И нас всех в автозак, вот именно не в автобус, в автозак именно. Да, привезли сюда, начали говорить, давайте паспорта. Мы им сказали, паспортов не дать. Пресненский ОВД. Да, вот как раз на Пресненской ОВД, да. Значит, и сейчас они нам всем оформляют 17.3, что типа мы там хулиганили, взяли сюда. То есть они пытаются съехать с уголовки, с избиения человека, они пытаются, типа мы все хулиганы. Вот Лена Рохлина, я хулиган, вот корреспондент Каспаров.ру, кстати, попался. Он и попал в Тверение. Сестра Боровикова, да. Ну и там остальные, они в зале, ну, там нас покурить выпустили просто. Заключается в том, что мы вызвали милицию, мы вызвали полицию, а нас в автозак, мы по случившемуся попросили протокол составить, что случилось, да, мы были возмущены, а нас в автозак и сюда, это как бы вообще, получается, что мы же виноваты за то, что они избили. Александру Мелину не хотят помощь оказывать, хотя по парню хреново. Мы просил вызвать скорую помощь. Меня еще там, когда находились в здании суда, скорую помощь не пропустили. Сейчас я то же самое прошу помощи, мне ее не оказывают. Ну, будем надеяться, что вас выпустят все-таки. Вот держите нас в курсе. Судебных приставов, который, правда, не он бил, но он там тоже так всех выталкивал. Вот он подошел нам, говорит, идите всем. Молодой человек, а можно вас на одну минуточку, буквально? Молодой человек. Да так он и пришел, конечно. Вот сейчас можно начальника отдела полиции, замначальника отдела полиции, как фамилия его? Платонов. Да, вот расскажи, Платонов. Лена, расскажи. Не, ну мы спросили его, а почему вы, собственно, мы вас вызвали, к нам не подошли в суде? Он говорит, как бы, я подходил, врет. Он не подходил, а автозак просто пригнал для того, чтобы нас вот сюда привезли. И в здании суда милиция с нами не работает, а посадили судебных приставов, которые пишут на нас протоколы. Вас как зовут? Татьяна. А вас? А я Николай Бондарик, член коррекционного совета оппозиции. Надо бы знать, между прочим. Я знаю. А вдруг это не я? Звонили, они не фиксируют номера. Мы все звонили. Ничего не фиксируется. Мы звонили 02, они должны были приехать, полицию не пустили сюда. И после этого у нас заблокировали все выходы и долго очень держали. Звоните сейчас. Опять звоните 02. Господа, если что, пожалуйста, тогда держите нас в курсе. Да. А вот идет подполковник. Вот, да. Господин подполковник идет. Вот, господин, да. Подполковник. Господин подполковник. Вот, а как вы прокомментируете незаконное задержание граждан? Я потом все объясню. Можно мне вызвать скорую помощь? Можно, пойдемте. Сейчас я вызову. А почему раньше не вызывали? В течение часа. Скорая помощь к вам приезжала в суд. Спасибо. Будем надеяться, что сегодня их отпустят. Хотя, конечно же, история очень нехорошая.